Давайте еще посмотрим марки 90-х и 2000-х годов, марки современной России. Ну, тут они у меня плотненько сложены, я их в листы не оформлял. Просто вот в хорошем старом альбоме они лежат у меня. Ну, вот, и нашим еще советском матерчатом. Ну, что-то интересное, я, как говорится, буду обращать внимание, что-то там, какие-то минусы тоже обращу внимание. Ну, как тут, в общем-то, обычная тематика, продолжение, так скажем, советской нашей школы марочной графики. Пока никаких таких мотивов новых не встречается. Это 90 у нас, 3-й год. Ну, вот, может быть, тут вот день Российской почты, что вот российская марка тут выглянула. Ну, а так все стандартно. Птички какие-то, значит, вот храмы, правда, тут какие-то, церкви, архитекторы. Ну, все, в общем, как говорится, обыкновенное. Ну, здесь уже немножко все то же самое. Цветочки, церкви. Давайте посмотрим вот этот листик. Вот. Тоже вот малый лист 94-го года. Католические, православные храмы, я так понимаю, какие-то греческие тут, не знаю, в общем, самые различные. Ну, отдельный лист с собором Василия Блаженного. Ну, тоже вот, как говорится, все это дело присутствует опять. Здесь, ну, пошли, значит, все те же какие-то стандартные вещи, кроме вот этой серии «Церкви России». Это, как говорится, новинка 93-го года. Вот. Ничего такого. Здесь 300 лет флоту. Ну, вот пошла серия, значит, ну, во-первых, православная тема стала встречаться. Вот эти вот храмы, 1500 рублей. И вот русские князья. Русские князья, на, так скажем, основатели нашего государства. Ну, вот красивая серия с блоком. 96-й год, это уже предметы культа, я так понимаю. Спорт, как обычно, стандартный. Ну, вот красивая живопись серия. Я так понимаю, виды Москвы. Ну, и морской флот. Ну, все обычное такое, яркое. Ну, профессионально, грамотно, все хорошо сделанное. Но, тем не менее. Ну, и вот, посмотрите, вот она у нас серия, да? Вот она серия «Виды Москвы». Ну, и вот опять вот тут малые листы. Ну, у меня всего два листа тут, да? Да, два листа. Четыре марки. Три листа всего. Тоже, как говорится, не постарались. Ну, кошечки. Ну, что вот кошечки? Ну, не нравятся мне кошечки. Или вот ГАИ тоже, как говорится, и оформление ни уму, ни сердцу. Но, тем не менее, как говорится, какие-то текущие. А это чисто на любителей, наверное, на тех, кто любит этих кошечек. Проще. Ну, так, скромненько, интересно сделано. Но ну, ничего такого, чтобы вот... Спорт, естественно, надо отзываться на текущее событие, это все нормально. Малый лист опять с Поленовым, видите, две картины Поленова и купон с его портретом. Тоже куда деваться, надо брать. Все варианты купонов есть, купон посередине, две марки, купон слева, купон справа. Все. Здесь что у нас? Здесь у нас тоже малые листы со шкатулками. 850 лет в Москве, и вот герб Ивана, это русская государственность, тут тоже, вот, как говорится, налицо. Ну и, как всегда, какой-нибудь стандартный вот выпуск каких-нибудь цветочков, ягодки. Это без этого тоже куда деваться. Дальше. Малый лист с сутками, и не просто, а связанный с Всемирной филателической выставкой 97-го года. Вот он простой, вот этот лист, а вот он с надпечатками. Ну, здесь 200 лет со дня рождения Даля, наш словист и основатель словаря. И вот неплохие марки с художниками Тропининым, Матвеем. Видите, тоже купон посредине. Только у меня эти, как говорится, других. Очевидно, наверное, тоже в листах есть, не знаю. 2001 год, кстати, потому что очевидно, у меня, может быть, не полный этот год. Ну и здесь у нас 2001 год пошел, все, опять все как надо. Значит, вот портреты вот только отметились советских артистов. Никулин там, этот
Миронов, Крючков и прочее, да, Раневская. И, значит, районы, ну, без бабочек и стрекоз тоже деваться некуда. И вот с Россией тут, значит, Конституция там. И вот эта серия, обратите внимание, тоже, значит, храмы России, мечети, баптистские церкви, православные и католические, все, все, все конфессии, которые вот у нас, конечно, раньше было такое немыслимо. Ну, вот, вот в 2001 году это уже все, как говорится, в тираже. Ну, здесь вот, давайте обратим внимание, в общем, все как бы обыкновенно, кроме вот этого листа. Ну, блок, государственный символ Российской Федерации, видите, с золотым тиснением. И к нему еще такой сертификат о подлинности. Фирма там, картон, то-то, Франция подтверждает, что почтовая марка номиналом 100 рублей с изображением российского герба изготовлена с применением тиснения с золотом 22 карата. Ну, вот что это такое? Ну, конечно, кто-то, наверное, как-то, говорится, клюнет там что-то это. Ну, вот сертификаты нужны. Вот, ну, тоже не знаю этого, но... Что можно, что только вот привлечение более широкого круга людей, только что вот кто-то клюет на яркое, ну, наверное, только этим можно объяснить. Ну, тут вот виды опять городские Санкт-Петербурга, неплохой листик, все марки тут, все разные, ну, пусть будет, неплохо. Дальше у нас идет, значит, серия неплохая вот с Эрмитажем, Ками, Гонзага, вижу. 100 лет Транссибирской магистрали тоже, значит, собаки... И цветочки – это, как говорится, куда деваться любителям на потеху. Ну и какие-то наши тут разведчики, которых порешили в 30-х годах. Нахимов, птички, рыбки, кареты. Вот кареты, тоже давленка, видите, старинные экипажи. Неплохая серия, давленая такая, тисненная имеется в виду, видите, приятная, да. Ну вот… Вот приятная вещь, никаких этих, сейчас листа, конечно, с купончиком, но все равно грамотно, качественно сделано, ну и достойно все это выглядит. Ну, здесь какая-то серия у нас, и вот с царем-батюшкой 2002 год связано, значит, вот это вот, вот он блок этот, Александр, да, Александр Первый, очевидно, посвященный там учреждению каких-то министерств и ведомств. Нахимов тоже, час листа, видите, неплохой. Ну вот здесь, вот этот блок с Александром. Опять лютики, цветочки, перепись, это тоже, как говорится, необходимо. И вот серия русских святых. Тоже, как говорится, немножко необычная тема. И вот она тут, вот, как говорится, присутствует. Ну и здесь, вот тоже, видите, золотое тиснение. И опять сертификат подлинности. Тоже кареты, но посмотрите, видите, все в золоте, все четко, и опять фирма «Картон Секурити» французская, значит, гарантирует 22 карата, значит, что это вот все это дело вот пропечатано. Ну вот, ну куда тоже деваться называется. То есть там была простая с бронзой марочки, а тут старинные экипажи. Это тоже, кстати, не блок, это тоже малый лист, я так понимаю. Но, тем не менее, сертификатами, очевидно, ценность сразу повышается. Ну и тут вот тиснение, я не знаю, думаю, это не золото. Хочу обратить внимание вот на эту серию, видите, это самоклеющиеся марки. Ну вот, видите, вот они вот так вот выглядят, да? Они входят, по-моему, в десятку редких марок Новой России. В чем там прикол? В том, что... Вариант, если вы там возьмете каких-то 20 или 30 листов, то там вот будет вариант вот этих угловых зубцовок, все разные. Я не заморачиваюсь, вот у меня серия тут нарезана какая-то, больше я ничего не знаю. Но я, по крайней мере, где-то там слышал несколько лет назад. Но кто хочет, обратите внимание на эту серию самолепильную с отклеивающими марками. Вот по поводу вот этой вот зубцовки. И опять сертификат подлинности. Значит, это 2003 год, кубок Дэвиса завоевали. И сертификат с грунтом. Подлинный грунт, служивший покрытием во время этих соревнований. Грунт был собран и измельчен под нашим контролем. Опять французы, значит, постарались и вот такую вещь сделали. Ну, я просто поражаюсь. Все, все на продажу. Все, как говорится, вот нам на потеху, вам и с золотом потискают, и грунт какой-то найдут, и теннисный,
только покупайте. Просто удивляюсь. Ну, ладно, что же делать. Наверное, кто-то и востребован на эти вещи. Опять «Князья», продолжение серии, это уже на какой год? 2003. Вот. Ну, стандартные наши края и районы, и два наших академика, Александров и Курчатов. Неплохие марки. «Хачатурян», значит, «Военно-морской флот», продолжение серии «Святых». Тоже неплохо, качественные марки, выглядят, конечно, замечательно. Ну и вот тут вот опять сертификат с Санкт-Петербургом связанный, опять открою, посвященный, значит, и тоже теснение золотом с этими каратами. Ну вот видите, я не знаю, у меня почему-то три штуки этих блока, ну, наверное, сейчас что-то стоит. Ну вот такие вот вещи для завлекаловка, так можно честно сказать, завлекаловка. Но, тем не менее, вот они тоже тут присутствуют. Ну, и тут с Нахимовым. Здесь серия вот «Ягода, малинка, яблочки». Конституция Российской Федерации. Опять, значит, грибы, лист и сцепочка. Тут с Новым годом. Здесь тоже все добротное. Вот машины. Любо-дорого поглядеть. Всего один купон и все. Ну, здесь опять самоклеющие марки и жуки, как говорится, всем сестрам по серьгам на все вкусы. Вот неплохая серия «Янтарная комната», тоже давленка, очень выглядит солидно. И серия вот с какими-то тоже кубками, с молочниками, с ювелиркой «Серебро». Ну и «Животный мир» без него никуда. «Космос» тоже без него никуда, «Золотые горы Алтая». Наши авиастроители, еда, самовары, блины. Ну, конечно, «Победа» – это важная вещь. Тут это все правильно. Ну, посмотрите, лист с одной маркой, лист со всеми марками. Блок, ну, еще и серия. Ну, неплохо. Ну, тут, как говорится, события 60 лет, достойно. Это пусть будет. Красивый блок очень. «Тысячелетие Казани». Казанский Кремль, православная мечеть. Ну, очень неплохо выглядит, грамотно сделан, любо-дорого глядеть. И опять, значит, у нас Александр III, серия царских вот этих указов и портрет. Опять возвращаемся, так скажем, к нашим историческим корням, вспоминая наших царей-батюшек, которых клеймили в советское время, теперь вот нет, конечно. Совместный выпуск с Кореей Северной и «Птички», еноты и прочие подводные лодки, как само собой. Ну и здесь пчела и прочее. Ну и на конце новогодние выпуски. Вот, кстати, треугольные марки с просечкой. Вот она новогодняя в таком вот круге. Ну не знаю, вот действительно на вкус и цвет товарища нету. Нет, не нравятся эти вещи. Ну а кому-то все-таки, наверное, они, как говорится, подходят, потому что понятно, что это дело, как говорится, на любителя и должны охватывать все вкусы на все, так скажем, вот, желания и хотения. Вот кратенький обзор вот 2000-х годов. И посмотрю, что будет еще. Чтобы можно было, как говорится, продолжить разговор. Но на этом заканчиваю. Всем всего хорошего и до свидания.